Казахстане продолжает реализацию инфраструктурных проектов в селах. В частности, программа АО «Ель-Бесігі» призвана повысить качество жизни свыше 7 миллионов сельчан. За счет республиканских и региональных дотаций до 2025 года благоустроить до 80% сельских населенных пунктов. В аулах реконструируют и построят сети водоснабжения, больницы, дома культуры и спортивные объекты. Только на востоке республики изменят облик 116 опорных сел. В селах Восточного Казахстана по программе «АОЛ Ель-Бесігі» модернизируют социальные инженерные объекты, ремонтируют внутрипоселковые дороги. В области определено 116 перспективных сельских населенных пунктов. За счет регионального бюджета в прошлом аварийное здание в селе Аксуат отреставрировали под жилплощадь для многодетных семей. В нашем новом доме сделан капитальный ремонт. Условия не хуже, чем в городской квартире. Есть все – центральное отопление, горячая и холодная вода. Параллельно с проектом «АОЛ Ель-Бесігі» в регионе реализуют комплексные планы развития 5 приграничных районов области. В ближайшие 5 лет с расчетом на выгодную экономическую географию в них создадут новые предприятия и, вопреки урбанизации, не допустят оттока кадров. Как результат, в строительной сфере уже задействованы больше 2000 безработных сельчан. По программе АО «Бесігі» реализовываются 52 проекта на сумму 7,7 миллиарда тенге. Это хорошая программа. Но продолжением этой программы является наша областная программа развития 5 районов. Построена и отремонтирована только в соответствии с этой программой свыше 155 объектов. Финансирование проекта направлено свыше 7 миллиардов тенге. В 20 опорных селах завершается капитальный ремонт 13 объектов образования, 5 объектов культуры и здравоохранения, строительство спортивных комплексов. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Восточно-Казахстанская область.